каждому отдают в руки специальные памятки, где разъясняется, что может спровоцировать возгорание. Гражданам объясняется то, что сейчас в Алтайском крае действует особый противопожарный режим, и пользоваться открытым огнем запрещено в любых его видах. Внимание проверяющих привлекает дымок на берегу реки. Как правило, жаркие выходные не обходятся без шашлыков. Отдыхающим напоминают, разжигание костров может привести к масштабному пожару. Просто с ребятишками отдыхаем. Конечно, мы это знаем. Дачников пожарные предупреждают о запрете сжечь сухую траву. Запрещено разводить костры на огородах. Правило требует дистанции минимум 50 метров от домов. За нарушение данных требований может быть штраф. Ясно. Работа ведется и с председателями садоводств. Соблюдать следующее требование правил пожарной безопасности. Согласно требованиям нормативных документов по электроэнергетике. Кстати, за три праздничных выходных дня в Алтайском крае выявили более 1000 нарушений с использованием открытого огня. 18 человек, сжигавших сухую траву и мусор, задержали. Теперь им придется заплатить штрафы. Мария Микшута, «День с толком».